Битва людей, битва машин, характеров, карданов, желаний и шин. У многих трансмиссии гудят на пределе, так что зубы на звездах по идее. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не подвел больше на дальних выездах. Где зови, толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Тысяча глаз, крики вперед, энергия вокруг, напряжение прет. Болей за своих, болей сильнее, круче, дальше, надежнее, всех быстрее. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не подвел больше на дальних выездах. Где зови, толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Тысяча глаз, крики вперед, энергия вокруг, напряжение прет. Болей за своих, болей сильнее, круче, дальше, надежнее, всех быстрее. Это вездеходный фестиваль, победителю почет, поломавшихся жаль. Поправят ошибки, сделают выводы, чтобы не подвел больше на дальних выездах. Где зови, толкай, самоучастие, это уже кайф. Не важно, что не победили, главное, что вы тут бились, что вы тут были. Вездеходный фестиваль Торф, мы тут были. Год 2024, лучших экспедиций, дальних походов вам желает Герасим Мюр вездеходов. Доброе утро, народ. Просыпается лагерь. Готовится завтрак. Да. Кушать хочем. Очень. А тем временем участники собираются ближе к входу фестиваля. Там будет брифинг. Доброе. А я вот целиком и полностью поддерживаю Герасима Васильевича в его стремлении насытить концентрацию колбасы в яичнице. Ведь яичница – это главный ингредиент практически. Иди и живот с глазами. Ну, как-то через одно место и колбаса с алюминием получилась. Да, могу поднять. Подняли, разбудить забыли. А что делать? Дискотека была до 12. Потом они угомонились. Хочет Мишаня без яичницы оставаться. Так, вот тебе, видишь, с алюминькой досталось. Подарочно. Обожаю цвет мед. Ну все, начинаем мы завтракать. Потом просыпаться. Потом у меня сейчас таблеточки заработают. Бодрячком стану и пойдем в зал. Долго ли, коротко ли, еда заканчивалась. Все, спасибо. Скажи, я когда вырасту, у меня будет свой вездеход, да, где-то, я сам с ними пофоткаю. Где-то у нас есть уже один. Аврора. Так, ребятки, мы пошли на выставку уже. Потихонечку. О, какой конь-огонь. Так, народ, пустеет парковка. А это значит, что народ собирается на брифинг. Начинается то, ради чего все тут собрались. Активная фаза, так сказать, мероприятия. Начинается выставка у нас с ланчинов. Или заканчивается возле сцены. И продолжается... Но по моим оценкам, метров 200 вездеходов здесь с каждой стороны стоит. Так что есть на что посмотреть. Есть что оценить, полюбоваться. Медведя. Росомахи. Тактик стоит. Yeah.
Гай-фестиваль — это не только интересно, это еще и вкусно. Всякие разные тут у нас разносолы. Я вам, господа, открою страшную тайну. Броги-брит — это миф. Я вот сейчас сел неподготовленную машину, а у них руль поломанный. Он даже вот ни к чему не привязанный, просто на гвозде стоит здесь. И толкачи у них все заболели, которые вездеход разгоняют. Вчера замучили их. Так, ребят, перед нами... Всем добрый день. Евгений Мазухин. Да, добрый день. Это разработчик самого маленького вездехода, специально самого маленького вездехода в России, наверное, в мире. Да, скорее всего. Вот. На наш взгляд, очень удачный вездеход. Маленький, легкий, надежный узел перелома ломается в одной плоскости за счет того, что задний мост у машины стоит и имеет точку вращения. Машина идет всеми колесами по грунту. Надежное, оригинальное решение. Так что мы думаем, что эта машинка будет весьма и весьма удачной. Точнее, не весьма удачной, она уже удачная, эта машина. О, как раз. Ребят, за кепочку можно получить вот такие колеса и начать строить себе вездеход. Ну и грили куда без них. Все во грилях. И там огриль, и там огриль. Это, наверное, потому, что они тебе очень нравятся. Да, да мы жить без них не можем. Вот это сказал. Это, не вырезать. Другие ходят и облизываются. Это без Геры мы еще как-то тяжело, но можем. А без огриля вообще не можем. Так, ребятки, это у нас вездеходы Трим. Это Алексей, руководитель производства. Всем добрый день. Вездеходы переломные, оснащены двигателем Ланчин. Я вижу ременную передачу. Это у нас гидравлика работает. Передача на трансмиссию. Три ремешка. Дальше все это у нас попадает на гидравлику. Да, сцепление гидравлическое. Гидрообъемное рулевое управление тоже, естественно, все. Ровно в 11:00 официальная церемония открытия второго Вологодского вездеходного фестиваля ТОРФ. Народу прибывает и прибывает, а мы продолжаем высматривать себе вездеход. Друзья, я думаю, что же сегодня ожидает нас во время крупинской охоты и рыбалки, то это идеальная находка. Смотрим было так, как и говорит. Вы еще не успеваете приобрести, попробовать, ажут и расскажут. Вольт, это электричка. Интересная машинка. Такой драйвовый вездеходик, батареечный. Значит, богатым будешь, блин, раз. Вот, значит, богатым буду. Конечно. А то. Ну, давай. Я говорю, Мишину машину узнал даже, иду туда, да? Говорю, Мишина стоит, ну? Посмотрел, вас упал. Гриль стоит, говорю, гриль блин, стоит, нет. Значит, мы а где-то здесь нет. Тоже. А вас нет, такой, да? Где-то здесь. Когда в реку. Дорожник кабриолет на российском рынке и партнеров Вологодского вездеходного фестиваля ТОРФ 2024. Золотистые ретриверы выбирают вездеходы Север. Разработчики вездеходов из города славного Северодвинска. Вездеход Север. В общем-то, что могу сказать? Бортоповоротные вездеходы, они в общем и целом похожи по схемам, по трансмиссии, но у каждого вездехода есть какие-то свои особенности. Вот, Михаил Юрьевич, расскажите, какие особенности вашей замечательной техники?
Ну, особенности они не видны снаружи, они все внутри чаще. Ну, что касаемо этой модели, то здесь, во-первых, он легче на 200 килограмм от серийной за счет применения других материалов в раме, обшивки и все прочего. Ну, в сочетании с мощным мотором достигаются достаточно хорошие ходовые характеристики, скорость максимальная. Каким двигателем оборудован? Кубота. 2,4 литра турбо. Он сказал, в лагере. Молодец. Цивилизм летной техники, столица вездеходов города Вологда. Конечно же, мы сегодня как у нас называли ТОР-2020. Лучший ТОР со всей Вологодской земли. Это как раз таки торфяная траншея, в которой наши участники будут соревноваться. Для наших самых смелых участников состоится заплыв. Будем наблюдать 5 дисциплин. Торфяная траншея, лава вулкана, скоростная трасса, а также... Посмотреть и себя показать, владеть знанием, вытянуть еще чуточку превозмочь. Только в руки. Ребятки, вышел на старт вездеход БРО компании Жуков Гараж. Ну что, Броха знатно взмесил жижу, торфы, приготовил суп к дальнейшему перевариванию. Весьма достойно проехала. Интересное препятствие — качели. Его надо проходить умеючи. Но пока все его перескакивают. Надо просто заехать на середину, нажать тормоз, и инерция вас плавненько перенесет вниз. Опасно. О! Вот, уже получше. Ну вот преимущество переломки.
А вот, ребята, электрическая машинка. Сейчас посмотрим, как она проедет. Вот, стоп, что ж вы... Мне жалко, ребят, позвоночники, честное слово. Дойти до середины, прежде чем начинает переваливаться, просто нажать на тормоз надо. Тактик поехал, ребята, у нас на колесах Форестер. Достаточно уверенно идет машинка. Хорошая резина. Так, ну что, перехвалили мы, господа. Перехвалили машину. Нормально. Вот эта трансмиссия держит. Давай. Давай, тоже в тапку. Ох, ребята! Нельзя так резко преодолевать такие. Сдобрили торф машинным маслом. Раздатка у вездехода лопнула. Лопнула раздатка, что-то. Ну что? Что? Ну бывает и так, да. Две подряд эвакуации. Стоп! Так, не сдаемся. Все. Ураган пронесся ветром. Дождь. Ох. Эй, не торопись. Не торопись, да что ж ты. Да, мягенько, на таких колесах все это мягко происходит. Держитесь хорошо. Да как? Не поехал, а полетел. Так, господа, на старт выходит Тингер номер 2. Yeah.
Каким будет выход, мы сейчас увидим. Колеса, мне кажется, чуть-чуть накачивают. Господа, можно ваши пару позвонков на память? И один зуб. Колеса перекачены. Сколько жрет, сколько прет? Сколько заправишь, столько сожрет. Все сожрет, ничего не оставит, да? Поломал что-то, то ли бар взял. Опять поломал? Не, опять, я первый раз за 4 года. А, вот так вот, да? Что-то мне казалось, в прошлом году тоже что-то поломалось. Нет? Это значит, кто-то другой был. Ну, значит, пришло время просто починиться. Ну так, главное не сдаваться. Перенес вес пешехода на переднее правое. Ой-ой-ой-ой. Бы-бым. Молодцы, хорошо проехали. Ага, попалось. Так, ребятки, начинается эвакуация квадроцикла из ситуации, в которой результат был, скорее всего, ну, очевиден был результат. Вот точно вам не скрою, мне эта машина очень интересна, и я сейчас буду следить, как она будет проходить дисциплины. Я думаю, и вам будет интересно. Ну и также мы эту машину возьмем на наш большой обзор для того, чтобы и вам показать, и самим понять, что она может и какие у нее возможности. Народу! Ух ты! Вот это пилот! Это пилот команды. Да. Какой заслуженный пилот. Со скольки лет ты уже за штурвалом? С 12, наверное? С 10 лет, да. Вот так вот. Помните этого мальчика? Я вот сейчас кадр вставлю из наших старых видео. Вот так вот вырос. Ну, ребят, готовим подрастающее поколение. У нас как смена растет. Ребят, я вот думаю, что с каждым проездом суп становится все гуще и гуще. Преодолевать его становится все сложнее и сложнее. Поэтому, ну... Результат сами налицо. Саныч выезжает все чаще и чаще. Это не потому, что вездеходы хуже и хуже, это потому, что торф все гуще и гуще. Вы ничего не подумайте. Чип и Дейл. Спешат на помощь. Все. Оп. Давай потихонечку, давай. Согнуло, да? Все. Ой, Тём, опасная у тебя работа. Опасная. Зато какая реклама Финтрейлу. Так, господа, это брогибрид пойдет сейчас у нас через жижи, через стерни к звездам. Да, вездеход обладает
возможностью контрротации всяких разных плюшек, которые связаны с электрической трансмиссией. Евгений дает гонг, машина пошла. А главное тихо, не слышно мотора. Он идет на батарее. Батарейки. Вообще едет хорошо. Смотря на вес. Хорошо. И сейчас будем смотреть выход. Одно из самых, я думаю, будет интересно. Может. Давление пускай сбросит. Еще раз сковырни так до песка и пойдет. Помешало нам. На пути встало время. Ну, в реальных условиях болото время не ограничивает. Можно было грызть и грызть. А когда помощи ждать неоткуда, то все равно придется выехать самим. Какой хороший тор. Не отлепляется совсем. Саныч сегодня как боженька всех. Да, да, да. Это что за... Это что за читерство, елки-палки? Ну! Ну! Ой-о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 й! Не, ну это... Это не зачет, это не зачет, это вот это вот. Ну не должно быть так. Ну это же неправильно. Я Миша лучший. Это неправильно. А если вот так вот, дайте я вот так проеду. Рамки, вот. Не, нифига. Я вот так тогда проеду. Не, это фигня. Мне больно. В следующий круг я поеду, я Север поеду. Север рулит. Куда он рулит? Какая разница куда, голова проехал. Так, поехал гибрид.
Так, пилот применяет новую тактику. Двигает машину рывками. Так, видим внутри салона дым. Молодцы. Так, ребятки, вездеход Черепаха. Так, господа, ну мне кажется, здесь совершенно очевидный результат. Тянет перед собой цунами. Михаил Юрьевич. Ключ на 36. Что бы это могло быть, друзья? Так, ребята, это самые молодые участники этого фестиваля. К сожалению, не знаем их имен, но пожелаем удачи ребятам. Молодцы! Молодцы, хорошо идут. Так, господа, смотрите, что происходит. Вездеход едет без никто, сам по себе. Водитель перемещается по берегу. Вездеход перемещается в жиже. Броги брит. Ну вот, как-то, ребят, вот так оно и происходит все. Идет, бредет сама собой. Вот, хочется взять интервью у водителя вездехода после прохождения трассы. Как прошла трасса, скажите? Как было вам, легко, тяжело? Как вела себя машина? Понятно, хорошо, ладно. Удачи вам в ваших будущих поездках. Достаточно уверенно, хорошо идет машинка. Стартуй! Женя, давай! Женя, болеем за тебя! Поможем Жене лайками хотя бы! Назад, 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 назад. Thank you.
Они сзади заходят там. Тёма, сзади, сзади дверь закройте, они там заходят. Входим. Поддержим аплодисментами. Красота. Я сейчас это возьму и унесу в кусты, подальше от всех. Каких только мотороллеров нету, а? Развивается мотороллерное братство. Мотороллерное движение. Да, видишь, там младший брат кот, старший брат, не знаем, как название проехал. Все, ребят, так приятно прийти в лагерь после этой беготни. Я честно извиняюсь, хотелось снять вам больше, но мое здоровье пока не позволяет много передвигаться. Вот. И доктор сказал много кушать. Часто, много. Ну ладно, говорил он так. Но передвигаться я правда сильно не могу, поэтому... Барашек лох. Пушка, верьте на слово. Никаких подтверждений больше не будет. О, гриль. Тема. Миш. Бросай камеру, погнали. Ура! Ура!